Ивановской филармонии вновь звучит джаз. В областной центр приехал американский джаз-трубач русского происхождения Алекс Сипягин и группа «Опус 5». Алекс – уроженец Ярославля, сумел добиться признания в США и уже много лет живет в Нью-Йорке. В Иванове он выступал не раз. Приезжая в родной Ярославль, музыкант дает концерт и в нашем городе. Прием таких гостей для филармонии – большая честь и вместе с тем – большие затраты. Без помощи спонсоров этот концерт зарубежных звезд был бы невозможен. Не стоит на душу населения не дороже, чем наши музыканты. Как ни странно, они цены не загибают. Я не хочу называть конкретную цифру. Дорогой перелет, понимаете, вот, например, если уж об этой поездке сказать, то планировал, что они полетят из Европы откуда-то. У них европейский тур сорвался или что-то как-то изменилось. Они полетели из Америки. Это удорожало раза в 2,5. Джазовые концерты в Иванове теперь не редкость. Они проводятся примерно раз в месяц. В январе приезжала американская певица Ченда Ру. В феврале перед горожанами выступил английский блюзмен Фрэнк Эш. Такой праздник для горожан стал возможен благодаря финансовой поддержке властей. В этом году впервые правительство области изыскало средства на то, чтобы вот наш джазовый проект, который мы называем «Джазовая прогулка», немножко финансировать. Деньги очень небольшие, но спасибо и на этом, потому что в прошлые годы мы проводили эти концерты чисто своими финансовыми средствами, которые заработали на других программах. Концертная политика филармонии заключается в том, чтобы предоставить ивановским зрителям возможность послушать разножанровую музыку. Полные залы – доказательство того, что такая политика себя оправдывает. К счастью, вот с новым директором филармонии, с Эдуардом Гуревичем, который сам прекрасный джазмен, сложилась вот эта тема. Ездит шикарный джаз, мировые музыканты с мировыми именами, я постоянно сюда хожу. Это одни из тех мероприятий, которые вот для души. В следующий раз ивановцы смогут насладиться авторским джазом 12 апреля. Тем, чье сердце замирает от звуков гитары, фортепиано и ударных, следует прийти на концерт сербской группы «Йод». Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.